Всем привет, друзья! Сегодня смотрю, у меня, вернее, у одного из моих петушков, вот он в проеме окна стоит, бледный-бледный гребешок и сережки. Вот если у этих вот яркое все, у него бледный и сам не особо веселый. Хочу сказать, что у меня подозрение на то, что у него глисты. Вот, ну, то есть внутренние паразиты. С тех пор, как я их выпустил на подстилку, я их не глистогонил. Вот, ну, в принципе, опасное время весна-осень, когда сыро, грязь, яйца глистов, так сказать, всплывают на поверхность из глубин земли. Вот, но их я не пропаивал от глистов вот в таком состоянии, когда они уже взрослые стали. Но вот решил, сегодня пропою. Пропаивать буду левомизолом. Левомизол дается 4 мл на 1 литр воды на голодный желудок с утра. С вечера воду уберу, чтобы они не пили, чтобы с утра они все... Бройлера у меня здесь будет, чтобы с утра они все пропили. Но с утра и до обеда, там, до 12 часов, чтобы они эту воду с левомизолом выпили. Вот петушок этот невеселый, голову ниже плеч повесил. В общем, буду пропаивать левомизолом. Всем удачи, всем пока. Берегите свою птицу и заботьтесь о ней.